Дмитрий Сергеевич, доброе утро. Как вам отдыхается? Пора открывать кармину уже, Димон. Сейчас откроем. Дмитрий Сергеевич, скажи, Саня, ты сбил весь кадр? Материшься на заново. Что надо? Дмитрий Сергеевич, как у нас тут процесс идет? Записывай аромат. И шкварчит, шкварчит. Парни, как вам отдыхается? Ну что ж, большая благодарность матушке Дмитрию Сергеевичу за оливье божественный. Ну и отдыхается, конечно же, замечательно. Шикарно. Да, шикарно. Вкусненькая картошечка. Дмитрий Сергеевич готовил, между прочим, картошечку. Да. Просто пролетает, просто летом. Ну да. Что это вы делаете? Десантируем же. Александр Викторович штурмует корейские скалы. Отступать мне подзади скалы. Ты ждешь, пока я пёзнусь? Не. Она к нам не идет. Да? Ну. Запись пошла. Где Александр Викторович? Викторович еще выше полез. Да? Да. Нифига. Давай уточку. Домой хочу такой. Помогите. Торможение, касание масла. Торможение нормальное, это программа. Не доехали, скатились обратно, и сутки подъехал. Вас забрал, вам делать вообще ничего не нужно. Когда будете ехать, держите с одной или двумя руками за обе веревочки, выше узлов руки не поднимаем, карабины, ролики, канат не трогаем. Сейчас присядьте, попробуйте, насколько вам удобно. Ручки отпустите, отпустите руки пока совсем. Ну, отлично, все, встали. Присели, ножки вытянули. И счастливого пути!